Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаем снимать вот такое видео с коробкой пиротехники. Смотрите, во сколько петард осталось в прошлой серии. Короче, решила повзрывать вот такой песчаной локацией. Вот, надеюсь, видосик вам понравится такой. Друзья, хотел бы порекомендовать вам интернет-магазин пиротехники Флибусьер. На нем вы можете найти различную пиротехнику, в том числе петарды, салюты, различные римские свечи, ракеты, а также пиротехнические гранаты. Смотрите, ребят, давайте я вам покажу. Вот так выглядит сайт. Очень много пиротехники на сайте. Заказывал уже много раз, так что думаю, есть что заказать. Также смотрите, вот ракетки, вот различные римские свечи и тому подобное. Блицы даже есть, фонтаны. Магазин хороший, рекомендую, ребята. Также, кто хочет купить салюты, здесь также присутствуют различные салюты. И еще есть пиротехнические растяжки, вот такие гранаты. Кому интересна такая тематика, можете заказывать что-то интересное. Также вводите, ребята, промокод TNT Fox и получите 10% скидку на весь заказ. Ссылочки на магазин будут в описании под видео. Что ж, так, поставим петарды сюда. Будем брать, короче, петарды и взрывать. Вот, вот такой песчаной локации. Давайте выберем каких-нибудь петард побахать. Вот, беру карман. Так, здесь сейчас и связочки поделаем различные. Посмотрим, как взрываются петарды. Так. Тройничок вот такой давайте. Вот, давайте в песок установим, посмотрим, как в песке будет. Есть контакт. Со свистом Корсар 4. Есть взрыв. Так, возьмем петарду помощнее. Классно взрывается. Так. Что у нас там есть еще вот такие? Так. Петарды. FP3 на очереди. Вау, вот это воронка. Вот так вот возьмем. Смотрите. Забросим кобру. Слабенько. К-05. Вот такой двойной жук. Вот так взорвался жук, ребята. По мне попал вот такой заглушкой. Вот. Так, давайте забахаем. Так, что у нас тут есть? Thunder King.
Побросаем мелочевку. Так, давайте еще возьмем вот таких интересных петард. Так, установим. Square Blast. Хорошо пошел. Так, на очереди P23. Песчаные взрывы. Класс, так. К1000. Так, слабенькие петарды, не буду так сильно закапывать. Средняя пиратка. Треугольник. Есть контакт. Давайте затестим вот такой самолетик. Вот на песке здесь. Не знаю, полетит или нет. Посмотрим. Так, сразу заберем мусор. Чтобы не мусорить. Вот так вот. Смотрите, ребята, предыдущее видео со взрывами вот таких петард в песке. Очень четкие ролики получались. Так, мы еще сегодня такого не взрывали. Вот, вот это хорошая петарда. Не успевает бегать, ребята, в песке. Ноги застряют. Так, берем вот такую комету. P23. Мощно. Скрим. Слышали, ребята, такой писк слабенький. Так, и давайте напоследок сегодня бахнем Big Jumbo. Давайте его хорошенько впрессуем, чтобы лупанул. Хотя можно немного добавлять песка, чтобы получился хороший взрыв. Так. Вот так плавненько. Еще чуть-чуть сверху. Ух, лупанет сейчас.
Хороший взрыв. Смотрите, какая воронка. О, класс. Куски остались. Так, бумажки за собой уберем быстренько. Что ж, надеюсь, сегодняшний ролик вам понравился. Кто хочет еще таких песчаных взрывов, обязательно пишите слово «хочу» в комментарии. Постараюсь заснимать. Смотрите. Осталось еще. Ну, можно здесь еще несколько роликов снять с такими мощными петардами. Думаю, вам понравится. Так что пишите в комментарии, если хотите еще таких видосов. Что ж, с вами был ТНТ Фокс. Смотрите здесь. Вот, здесь ссылочка будет на канал второй, а также внизу в описании. Заходите на второй канал, там тоже интересные ролики выходят каждый день, как и здесь, очень клевые. Так что советую зайти, заценить, подписаться, поставить приятный комментарий. И надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите здесь 4 ролика, они тоже интересные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.